поблагодарить. Спасибо. Предлагаем перенестись в Волгоград, в парк «Россия. Моя история». Там как раз недавно открылось пространство конкурса «Большая перемена». С нами на связи победитель конкурса в направлении «Делай добро» Анфиса Лещенко. Анфиса, привет. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Очень приятно с вами снова пообщаться. Как мы говорили на арт-арене, спасибо для нас не просто слово, мы обязательно встретимся снова. И вот мы встретились. Что хочется сказать, что наш регион очень сильно развит для того, чтобы все дети могли реализовать себя, могли реализовать свои идеи. И можно задаться вопросом, все-таки, что нас, какие силы нас движут. Волгоградская земля пропитана подвигами наших предков, кровью наших предков. И поэтому мы движемся вперед, но сохраняя традиции прошлого. Я сама из маленького городка Камышино. Это родина Моресьева, Алексея Петровича Моресьева. В этом году мы будем праздновать 105-летие со дня его рождения. Ну, приехав с конкурса «Большая перемена», все ребята поняли, что «Большая перемена» — это не просто конкурс, это целое движение. «Большая перемена» стала для нас образом жизни. И мы, активисты «Большой перемены», организовали «Добрые субботы», в рамках которой проходят акции самых различных направлений. И все добрые субботы, которые прошли, которые будут проходить, они направлены в первую очередь на сохранение традиций помощи пожилым людям, проведение совместного досуга на свежем воздухе для сохранения связи поколений. Я сама тоже выдвинула идею провести спортивную семейную акцию, которая стала всероссийской благодаря моей команде единомышленников. Какая спортивная акция? Называется «Лыжня большой перемены». Ребята, команда моя поддержала, и более чем 40 регионов страны приняли участие в этой акции. Я прежде всего благодарна моей команде и, конечно же, благодарна вам, Владимир Владимирович, за то, что вы поддерживаете наши инициативы, за то, что вы поддерживаете конкурс «Большая перемена». То, что, ну, я хочу сказать, что «Большая перемена» — это есть в наше время единственная платформа, где дети на самом деле могут реализовать себя по разным направлениям. Также хочу добавить, что я бы ничего не смогла организовать без моей команды. Приехав с конкурса, я создала ассоциацию активных наставников. Мы в этой ассоциации помогаем будущим конкурсантам в прохождении этапов. Работа уже началась. В нашу команду входят не только победители, но и также активные участники конкурса «Большая перемена», которые еще не участвовали в конкурсе. Хочу сказать по поводу акции «Мы вместе». Акция «Мы вместе» стала продолжением моей волонтерской деятельности. Я сама являюсь волонтером «Победы», и так получилось, что конкурс «Большая перемена» стартовал параллельно с акцией «Мы вместе», и многие ребята, которые принимали активное участие в «Большой перемене», также принимали участие и в акции «Мы вместе», потому что это два взаимосвязанных направления. Ведь в «Большой перемене» мы также реализуем свои добровольческие проекты. И то есть все направлено все-таки на добровольной основе все это происходит. Все? Да. Не волнуйтесь, я хочу обратиться ко всем участникам нашей сегодняшней встречи. Вам нет необходимости волноваться, потому что вы проделали огромную, очень важную и с хорошим результатом работу. Поэтому я с удовольствием выслушаю и ваши рассказы о том, как это было, и ваше предложение о том, что вы бы хотели добавить к тому, что происходит, что-то исправить, попросить власти обратить внимание на те или иные проблемные вопросы. Спокойно. Давайте мы проведем такую расширенную встречу единомышленников, я бы сказал. Поэтому чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров. Вы знаете, что я вот отметил, когда вы сейчас говорили по поводу родины Моресьева. То, что у вас в городе об этом знают, помнят и гордятся этим, это чрезвычайно важно. И то, что вот вы сейчас об этом сказали. И я с вами, безусловно, полностью согласен. Конечно, вот то, что вы делали в рамках проведения мероприятий, связанных с
со 75-летием Победы и в рамках большой перемены. Это очень хорошее начинание тоже. Оно разбито на несколько направлений деятельности, охватывает разные категории школьников. Это чрезвычайно важно. И, безусловно, это сопрягается с работой в рамках движения «Мы вместе». Ну, конечно, это просто разные направления, но по сути, по своей, это, по сути, это одно и то же. Поэтому мы и дальше будем поддерживать и вот это движение в рамках так называемой «большой перемены», о которой вы сказали. Это очень важная работа, и то, что вы сейчас сказали, безусловно, будет в поле нашего внимания находиться. Вам большое спасибо. У меня вопрос. Вам в детстве мама косу заплетала, да? Она вас приучила. У меня вообще с детства поддержка от родных идет, конечно. И мама мне сегодня тоже помогает, она там находится, поддерживает меня тоже. Очень, очень красиво. Ей передайте большой привет и благодарность за такую дочку. Спасибо большое. Спасибо, вам спасибо.